Приветики, ребятки, вы на канале Кэтис Геймс, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Lost in Play. Lost in Play. Так, мы с вами остановились на каком-то моменте. А, мы сбежали. О, приколдес, лягушка. Лягушачий король привязанный. Мы сбежали от медведя-сестры. Медве-сестры. Медве-три. Медве-тра. Так. Главное не забывать, что можно же ходить не только влево-вправо, но еще типа вверх и вниз. Что? А, сюда монетка какая-то нужна будет. Давай развяжем, чё? Чё он привязан-то? Да, сложный выбор. Ты чё не знаешь, как развязывать? А, прикол. Ага. Так, он куда-то запрыгнул. Так, меня... Вот что напрягает. Я, короче, выстраиваю ползунок звука выходного, а он вроде как, короче, выше, чем я его выстраиваю. Почему? Почему он выше, а не ниже? И это неудобно. Я его вроде как выстроила, а потом слушаю, он слишком тихий, или слушаю, наоборот, какой-то слишком громкий. Ну, громкого, ладно, не было уже почти, уже давно. Зачастую всегда он тихий. И от этого все теряется. Весь антураж, история теряется, игры. Что нам сделать? А что у нас тут? А, у нас человечек есть, понятно. Ну, вот сюда, да, что, понятно же. Ну теперь все понятно. Ага. Ну, давай теперь с ним побазарим. Рыба по туалет. Он идет или не идет? Ну позови. А, мне вон туда стать надо? Вот это да. Как? Че, в нужной последовательности? В смысле? Неправильно? А как я пойму, в какой? Ну ладно, давай еще раз попробуем. Ха, раз залезла. А что я нажала? Я вот так нажала? Нет. А может быть он там на этой нарисовано? Тут... А! Солнышко, круг, треугольник, С плюс. Подожди, С плюс. Я только С плюс запомнила. Так, подожди. А, вот и С. Вот С. Треугольник, солнышко, круг, X и круг. В смысле не то. Тоже. Круг, солнышко, X, да. Но смотри, круг, там он круг, солнышко, треугольник, C, X. Ну все верно. Может другие надо нажать? Давайте другие попробуем. Вот так вот. Вот так вот. Нет? Не то? Нет, он у меня 5 требует. Ну, значит, все правильно. Может, я что-то просто не то нажала первый раз? Давайте еще раз. Вот так, вот так, вот так. Солнышко. Потом у нас идет X и 0. А что не так-то? Так. Я не понимаю. Я не вдупляю. Но нам нужна эта штука, это понятно. Я поняла тебя, да. Нам нужна эта штука. Он идет. Или... А, ну его надо позвать, да, ты к этому. Этого забрать можно. Нет, нельзя. И чё? А... То есть мы начинаем с треугольника. Треугольник, круг, солнышко, квадрат, крестик, С. Подожди, треугольник, круг. Треугольник, круг, солнышко, крестик, С. А, там есть какие-то эти... Стрелочки. Вот смотри, треугольник. Круг. Солнышко. Крестик. С. Да? А, конечно! Конечно!
Я сразу даже их не заметила, ты прикинь, вот смотри, смотри. Мы до сюда доходим, и вот типа отсюда, вот где я стою, да, вот, отсюда начинается, то есть тут две точки, и отсюда идет треугольник, потом стрелочка сюда, стрелочки сюда, сюда, и все. Вот, оказывается, в чем прикол ДС. А я и не поняла. Я и не поняла сразу. Думала, просто так нажать надо. Еще загадка. Че? Че за прикол? А? А что вы от меня хотите? А что? А как? А, типа, сначала направо? Два, три. А потом наверх как сделать? Раз, два, три, четыре. И раз, два. А, ну все, ладно. Это легче, чем шашки из прошлой серии. Так что нормально, ладно, хорошо. Мы теперь его опять троним или нет? О, приколдес, пацан. Как я. Ага, стрэн какой-то. Прячься за дерево, дурак! Да, идет. Этот вон спрятался, умный, смотри. А ты? А, ты дёрнуть хочешь? А ты думаешь, у тебя сил хватит? А, еще и хватило сил, реально? Во, я вот так поставлю. А, делать что-то надо. Ха, прикинь. А я стою на звук, смотрю, думаю, что ну что не поднимается. Да не померла, все с ней нормально. Сейчас очнется. Я же тебе сказала, очнется. Ага. А! А король здесь был? Нет, короля здесь не было. Это типа третья глава? Сначала была одна лягушка, а потом две лягушки, да? Или две не было? А потом вот третья появилась, король. И он такой... Кидай, дураки, зачем-то. Где дом? Да хрен его знает. О! А бабку вообще не смущает, да? А что за утка? Пиццу хочешь? Но пиццы нет. 124-435. Это чё? А зачем я могу её двигать? Да ну ладно, ладно, хорошо, подожди, X. А бабка вообще не смущает, что там цапля или кто там? О! О, не, О! Так собака по любасу домой прибежит, побежали за ней. А может пицца в мусорке? А, теперь мы за бабёху, да? Ты здесь посмотри, может здесь есть пицца? Ну это, конечно, было глупо. Это было глупо! Нюхать мусорку! А, ладно, никогда не делаю так. Никогда. 1, 2, 4, 4, 3, 5. 124, 4... Ой. Ой-ой, подожди. 124-435. 124-435. 124-435. 124-435. 100... Давай быстрее, пока я помню. А-а-а, зачем я запоминала? Зачем я это запоминала? Ну ладно, может быть, хоть второй раз туда не полезу. А? А, подожди. А? Но это стопудово вниз куда-то. Вот этот выше всех. Ну вот где-то так он. А, ага. Вот так. Во. Ну это тоже легко, блин. Сзади дома, в принципе. Сзади по домам это было легко сделать. Легко понять.
Ну это я тебе говорю, реально не как шашки, блин. Ты помнишь, как я их проходила? Ты не помнишь, что ты зайди, блин, посмотри, как я эти шашки долбанные проходила. Это был звездец какой-то, кошмар. Сейчас подожди, я запишу, чтобы тебе потом поставить туда эту меточку, чтобы ты перешел и посмотрел прошлую серию. Потому что это звездец был. Подсказка. Ой, как я страшно написала. Мой учитель русского этого бы не одобрил. Так, нам нужна монетка. Давай у бабульки попросим. Зря она, что ли, здесь сидит? А где дом? А она откуда знает, где твой дом? Ну, я об этом и говорю. А там сумочку, нет? Ага, голуби на нас напали. А, монетка там. Вот ты падла. Так, подождите, а тут... Ага. То есть нам нужна еда. Ну давайте теперь сюда сходим. А вот и булка хлеба, да? Ходячая мусорка. Три утки! Четыре! Ты обалдел! Где эти столько найду-то? Падла! Вот это ты, конечно, наглый капец. О, фея! Дай мне, фея крестная! Да зачем мне прищепка уток 4? Дай или монетку. Ну ладно. Не, ну ты обалдел, братан. Фу. Не, братан, ну ты прям обалдел. 4 уточки. Тут, блин, нашелся этот. Торгаш. А рыбу, смотри, можно этой фигне дать. Ага, ну я так хотела сделать. Поделиться хотела. Пойдем, да. Так, где у нас хлеб? Так, подожди, я не успела. Найти булку. А, успела. Теперь успела. Ага, накрошили. Давай, лезь за монеткой. Теперь как-то слишком тихо, что ли? Тут иной раз не угадаешь. Иной раз тут, короче, бывает такое, что ты... что я выстраиваю звук, и он вроде как нормальный должен быть, а он тихий почему-то. Ну, то есть не то прям. 1, 2, 4... Нет. Подожди, 1, 2... Да ёптать, не туда нажала. 1, 2, 4, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 4, 3, 5. Да? Я правильно позвонила? Или мы монетку просрали? Будет не очень смешно. В смысле? Давай с томатами. Эту с грибами. Оливки. С листиками. А листики какие? Дубовые, кленовые какие? Или яблочные? Че, я хоть то, что надо заказала? А, я думала, я сразу тряпица заказала. Ну ладно, более-менее, ага. А сейчас он, падла, скажет не то, да? Я хотел без всего. Ну ладно, что, вытащит. Я думаю, не такая уж проблема. Так, подожди, вот так. Сюда, сюда, вот так. Сейчас он вылезет. И мы утку сопрем, да? Или нет? А утку-то я дай? А дай утку. Какая пицца-ка, ты офигела? Нет? В смысле? Подожди. Что за прикол? А где утка-то? А, она понюхала показать, что воняет. Ладно, хорошо. А, утка! Прикол. Прикол, да, ладно.
Все, больше ничего нет. Ну ладно, хоть прищепка пригодилась. Ну пойдем еще раз. А как? Может, мне надо что-то туда подложить? Ну, опять давай совсем. А, давай вот так. Балюк-балюк, давай. Ага. Мужик с волосатыми ногами в костюме курицы. Привез нам с тобой пиццу, как это весело. Подожди, а может быть что-то в чем-то в другом подвох? Он сказал, что он хочет пиццу. Чульцаки, пицца. Пицца. А, ёптыть, с грибами. Грибы, томат, зелень, ничего. Вот, оказывается, что. Грибы, томат, зелень, ничего. А я думаю, что за загадка такая? Грибы, томат, зелень, ничего. Ну, заказывай заново, что. Хотя бы, ладно, заново не надо номер набирать. И то радует, и на том спасибо большое. Так, сейчас подожди, я вот так вот запишу. Вот так. А, грибы. Грибы. Где? Вот грибы. Томат, зелень и ничего. А как это с оливкой пицца? Ну, на оливковом масле я еще... Ну, не понимаю, но более-менее понимаю. Но вот... Но вот с оливкой прям, это странно. Хотя есть же пицца с ананасами, я, кстати, люблю, да? Она тоже странная, по идее. И есть пицца с этим, с... как его зовут? Сладкая. Тоже я обожаю, ничего. А, ты, падал, ты ее забрал, короче, ту прошлую, да? Сожрал в одну хаю и сказал не то. Вот это ты, конечно, падла. Капец вообще. Так, а четвертая где? У бабки? Сыруп. А, теперь где утка, да? В сумочке? Белка, вор. А, чё? Подожди. Я это все запомнить должна? Топор круглый. Ну, давай. Сначала круг. А зачем ты на дереве сидела? Чук-чук-чук-чук-чук. А, надо определить последовательность истории. То есть у нее украли сумку. Она шла, у нее украли сумку. Она погналась за ним. Зато сумку взяла, зато сумку взяла. А еще и голуби помогли. Ты че, серьезно? Ты прикалываешься, реально, да? Вообще прикол. Так, ну смотри. Ага. Так, ну смотри. Давай сначала выйдем. Теперь попробуем у нее еще раз спросить. Может, как-то она перескипнется. Смотри. Сначала она... шла по улице, у нее украли сумку. Вот. У нее украли сумку. И тут она погналась на коне за сумкой. На коне! Она погналась на коне за сумкой, да. Да. Тебе не показалось. Она забрала эту сумку. Но потом прибежала белка и сперла у нее сумку. Она полезла... за белкой вверх по дереву. Да ёптать, опять звук. Она полезла по дереву за белкой. Но тут начали дерево рубить. Начали рубить, и дерево упало. Сейчас оно упадет, подожди. Сейчас упадет. Тюк-тюк-тюк-тюк. А, вот, оно упало. Прыг-прыг-прыг, оно упало.
Она полетела вниз, но успела схватить сумочку. И тут, как ни в чем не бывало, вау, ее подхватили голуби и помогли ей плавно приземлиться на эту скамейку. Ах ты, падал, надо было запоминать, что ли? Подожди. Сейчас, подожди, я все тыкну. А зачем я это заново затыкала? Я думала, из этих столей надо составить. Подожди, сначала вор многоугольник. Ой, звезда, ладно, давай. Звезда. Ромб. Сердце. Круг. Квадрат. Как? А. Звезда. Звезда, ромб, сердце, круг, квадрат. Квадрат, который крест вообще-то на самом-то деле. Ага. А вот и уточка. А тут все пиццу наяривает. Вот твои 4 уточки, падла! Забери и подавись! На, забери! Чё, гонки? А? Что? В чем прикол? Типа я должна рассчитать, сколько у них энергии уходит или что? Я что-то вообще ничего не поняла. А? А чё Z-то даёт? А, она может... То есть она должна отдать тому, кто сверху энергию? Или что? А, понятно! С помощью нее надо доехать. А она не может никому уже дать. Ага. Теперь вот это отдай вверх. Так, теперь вот это. Ага. Нет, отдай заново. Да, вот отдай заново. Ты теперь поехали. И чё? А? Ну, он же доехал. То есть при этом все должны быть... Ну, давай еще раз попробуем. Давай я вот 2 минуты на это посвящу. Если у меня не получится, то я тогда... Пойду. Ну давай смотри, мы каждому отдадим. Нам, чтобы доехать обратно, надо всего лишь 25. А, у него стольник. Подожди. Тогда вот на этом. Ага, если мы ему сейчас отдадим, он никуда не уедет. Ага. Подожди. Ну, то есть тут прям вот такая, да, загадка? И этот тоже никуда не уедет сейчас. Все, мы просрали. Давай еще раз. Так, подожди, а как? Забрать может только второй. Забрать может только второй. А как нам так рассчитать? То есть у нас есть энергия только туда. На всех энергия есть только туда.
Передать энергию на старте мы не можем, потому что у нас она вся заполнена. То есть мы, по идее, можем сделать вот так вот. И вот так вот. Передать энергию верхнему. И сделать не то. Потому что, по идее, должен был вот этот вот доехать до сюда. Передать ему. Это должен сюда проехать, взять, вернуться сюда. Здесь, короче, мы сделали немножечко не то. А, я не то сделал. Да ладно, подожди, заново. То есть он вот едет. Этот подъезжает, ему передают еще энергии. Да, опять я не то сделала. Ну, теория, по идее, правильная. Вот так. Так, этого пока не трогаем. Ему надо доехать до сюда. У него остается 25. Значит, вот этому? Или вон тому? Он потратит сюда ровно больше половины. Когда этот потратит только половину. Значит, этот в свою очередь плывет сюда. Этот плывет вот сюда, а вот сюда. Дает вот этому. Все должны быть все-таки на старте или нет? Оказаться. Но я не могу так сделать. Он доплывет тупо до туда. То есть до туда я могу всех доплыть. И он поплывет обратно. Это логично, да? А вот как бы сделать так, чтобы он не доплыл? Вернее, чтобы доплыли все? А, может быть, смотри. Может быть, нам проще сделать вот так. Вот мы отплывем сюда. Этой уточкой мы отплывем сюда. Мы отдадим ему энергию. Следом он отплывет вот сюда. Мы вот этого возьмем, он отплывет вот сюда. Возьмет, даст ему энергию, да? 25 у него останется всего лишь. Этот вот так сюда, сюда. Потом сюда, сюда. Этот отдаст ему энергию. Этот отдаст ему. Этот сюда. Этот потратит сюда. То есть он доплывет до сюда. Он доплывет до сюда. А остальные только до сюда. Но получается, нам надо еще... Еще нам надо... Ну, мы почти близки, да? Ну ладно, давай мы на сегодня с тобой закончим на этом этапе. А, давай вот так вот. Давай. Я надеюсь, будет сохранились. Что, ничего страшного, я все сделаю заново. Давай мы на сегодня с тобой закончим. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, пиши комментарий, скидывай своим друзьям, вдруг нам понравится. А также подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ну и всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч в этой и в других игрушечках. Всем пока-пока!